Алло. Здравствуйте, Влада. Здравствуйте. Алло. Это я, Дедушка преподаватель по родной, цифровой я кафедре. скидывал в начале Добрый по вечер. точка. Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Прошу прощения за беспокойство. Вы мне скажите, пожалуйста, вы когда собираетесь сдавать лабы? Когда будет уже сдача у вас? Я разговаривала с куратором моего направления еще в начале сентября, и также с тьютором я непосредственно разговаривала. Мне при этом никто не дает ответа, в том числе не староста. Я хотела бы отчислиться с цифровой кафедры, Но я вас чтобы понимаю, не создавать никому неприятностей. Влада Юрьевна, я вас прекрасно понимаю, что там, да, вам не дают ответа там. Я вот, да, я как преподаватель по цифровой кафедре скажу вам самое важное в вашей жизни, Влада. Вот не важно то, кто вам не дает. Главное, чтобы вы всем давали, кто попросит. Ну, это не суть. Дело в том, что надо вот решить вопрос, закрыть, сами понимаете, прекрасно, да? Алло. Ну и что, Алло, да, я когда вас ж слышу. приедете-то решать вопрос? Я вам не могу ничего ответить. Вы меня здесь просто, я немножко занята. Ну, понятно, для вас другие вещи важнее, да, чем все это. Учеба, так понимаю. Ну, тогда ж будем решать вопрос, как говорится, Это для меня не уже. важнее. Я по одной из причин, почему я хотела очистить цифровой кафедры, потому что преподаватель цифровой кафедры. Потому что я не успеваю с основной своей учебой, потому что у меня есть еще дополнительный предмет обязательный, по Какой? которому я также сдаю лабораторные работы. А какой это у вас предмет там такой обязательный? У меня основной предмет идет по программированию, это основа объектно-ориентированное программирование А, на ну Java, и понятно, второе это это прием в бесполезно. научных целях, Ну по которому у нас вы тоже есть это, лабораторные Влада, работы. послушайте меня, Влада Юрьевна. А вот вы занимаетесь, да, вот честно, не тем, вообще не тем делом. Не то, что надо. Вот предмет основной, вот это у меня здесь, вот это основа всего, понимаете? Потому что будет не зачет у вас и долг будет. Понимаете, о чем я? Как у вас дела Но он не вообще? сказывается никак на основной учебе. Это долг, не зачет, не имеет никакого отношения к основной учебе. Я вопрос поставлю ребром, потому что надо учиться. В этой жизни учение тьма, не учение свет, как сказал великий пророк. Йоганн Себастьян Бах. Слышали такого великого писателя? Поэтому я вас еще раз хочу попросить, чтобы в ближайшее время вопрос был закрыт, потому что я как преподаватель недоволен. Как у вас дела вообще? Извините, я сейчас не могу уже разговаривать. Я вас понял прекрасно, Я вас но услышала. да. Ну ничего страшного, вопрос ребром поставлю, значит, решим вопрос. Завтра я к вам приеду тогда. Можно еще раз вашу фамилию и имя, отчество? Да. Я вас плохо слышу. Алло. Да, Влада Юрьевна, слушаю вас, Влада Юрьевна. Алло, можно еще раз, пожалуйста, вашу фамилию и имя, отчество? Я вас слушаю, да. Алло. А ты слышал о карте, сделанной специально для геймеров? Она сразу стала must-have. Дает отличный кэшбэк за покупку ноута, девайсов, игр, кафе и доставку еды. Тинькофф Банк знает, что нужно геймерам. Прямо через приложение ты можешь купить игры для Steam с кэшбэком и скидками. Какую бы карту All Games ты ни выбрал, кредитную или дебетовую, ты получишь дополнительные бонусы. По дебетовой тебе начислят 500 бонусных рублей после первой покупки, а по кредитке юзай промокод ALLGAMES12 для года бесплатного обслуживания. Карта для геймеров доступна с 18 лет. Еще нет 18? Не беда. Ты можешь оформить молодежную карту с крутым дизайном. Выбирай свою карту Тинькофф, заполняй заявку за 5 минут и жди курьера. Он привезет ее тебе бесплатно. Бонусные ссылки в описании. Да, чё? Алло, Ты Артурик, что? ты давай не чокай мне, дорогой мой. По поводу картины тебя беспокою. Хочу А, картину здорово. приобрести. Здравствуй. Через Авито? Да, картину могу приобрести, да? Да, конечно. Значит, за 5 тысяч рублей отдашь, потому Сейчас, да, что... я отойду. Тут шум. Чёрт. Вот, Отошел, всё. да? Да. Значит, картина твоя на Авито 12 тысяч рублей стоит, правильно?
Да, я тебя уступлю. За сколько? 40 при осмотре. Смотри, там левый угол какой-то поцарапанный, там что-то там отваливаться начал. Ну я понял, то есть за 2000 рублей, да, плюс-минус? Да. За 2000? Какие 2000? Нет. А за сколько? Я говорю, 2000 рублей торг. А, 2000 рублей торг, это получается, ну, да, за 10? Ну, а дам за десятку, хуй с ним. Я понял. Я, ну, это... А, да. Ну, ты сейчас на Сокол, на автовокзал, ну, подъедешь, да? Ну, по-человечески. Я тебе еще это, понял, ну, там это... Ну, ее, во-первых, выносить вдвоем, и там, ну, я не знаю, в тачке ее как увезти, это дохуя делов. Там, ну, как минимум, какая-нибудь газель нужна. Ну я понял, но я понял. Она же огромная. Да. Ну я понимаю, тогда за 5000 заберу ее, если она большая. За 5000? Да-да-да. Почему за 5? Ну давай за 6 тогда, ладно. Ну какие 6? Мы сейчас только что с тобой 2000, я тебе говорю, утоплю, и это... десятка, как минимум. Слушай, Артурчик, дорогой ты мой, ты давай не выебуйся, а то бесплатно заберу. За 6000 отдаешь? Давай за 9. За 8, да? Я понял тебя. Красиво говоришь. Не давай. Понял. Да как, давай, когда подъехать? Все, договорились. За 8, ну, да? Ну, сейчас прям можно. Да. Ах, а на что деньги потратишь? Я потрачу на вкусную еду и на девочку свою. А, на девочку. У тебя девочка есть? Ну, конечно. А как зовут ее? Ну, на тогда, раскумар девочку свою, на. Да, Ленка. Ленка, да? Ленка, Еленка. Еленка, да, япончик. Да. Ну, ясненько. Сколько лет Ленке? Лет Ленке сколько? Да. Ну, постарше меня будет. Ну, сколько? Не скажу, сколько, но 35. Грамотная. Грамотная вообще не там, там вообще никогда стыдно не будет. Ну, а как она в плане секса вообще себя зарекомендовала, Ленка-то? Ну, самая лучшая. Ну, япончик. Вообще. Япончик. То есть с проглотиком, да? Да, молодые так не могут. Даже молодые так не могут. Ну понятно, значит не молодая уже. Не первая свежесть, это лет 25-30, ну, да? Ну уже не молодая, опытная, научилась, потом таскалась. Ну понятно, опытная. Лет 40, наверное. Нет, наверное, лет 25, пошла уже старая. А, ты угадал, да, ровно. Ну 39. 39 лет, да? А тебе сколько? А мне 29. А ты сейчас чем занимаешься вообще? Да чё, антикварь, антиквар какие-то, микросхемы, хуемы, ну и работа сам, ну, ответственно, там, чё, ну, чтобы был занят всегда, чтоб в пределе. Ну, понял, вот. Бизнес, да. Как, сам знаешь, когда занят не будешь, там, начинаешь пить. Ну, а ты чё, выпил сегодня, так смотрю, свободный был? Да, обыкновенный, да, я уже выпил. Я понял, значит, свободный сегодня был. Ну, я простой, как две копейки. Да я понял сразу тебя. Я сразу понял по этому картину за 5000. Я не сегодня свободно был. А, ты со вчерашнего дня освободился? Я вчера не был свободен. Я понял. Я вчера тоже не был свободным. Ну тогда я картину за 5000 заберу. Вот. Вот. Ну я всегда делами занимаюсь. Ну я понял, ты занятый бизнесмен. Все лучше произносить. Не, мы с тобой за 9 договорились. Ну давай за 6 тогда, ну, чё ж, раз, так сказать, мы с тобой так уже, ну, близки стали я друг пью, другу. Ну давай за 6, да? Да. Ну чё ты, какие 6? Не, мы с тобой за 9 договорились, вот. Ладно, всё. Давай тогда за 7 и бутылку пива. И бутылку пива? Да. Давай за 7 и 2 пачки сигарет у тебя, Lucky Strike, самые дешевые, какие там есть. Ага, во. Я тебе прямо сейчас еще уступаю. Во, вот это вот другое дело, это уже по-нашему.
Вот это другое дело. Это по-нашенски, да. Да, молодец. Да. Вот так вот и надо. Сразу чувствуется жилка бизнесмена. Молодец, далеко пойдешь. Ну, сейчас тогда приеду к тебе на «Газели». Мы подружимся, скорее всего, еще будем общаться в дальнейшем. Ну, я тоже так чувствую, вдруг да. Вдруг у меня еще что-то появится. Да, да. Тоже заберу тебя бесплатно. Ну, хорошо. Ну, все тогда, до встречи. Бесплатно, да я тебе сам подгон сделаю заебательски. А, ну, хорошо, все, тогда я сейчас подъеду. Ну, и бару опять, сам знаешь. Да-да-да. Так, красотка, ты куда пошла? Тебе что, здороваться не учили? А давай я с ней пообщаюсь. Мурчишь там что-то. А ну дай я с ней пообщаюсь. Давай. Да не, она уже утопала. А есть другая какая-нибудь пообщаться? Через сколько минут будешь? А там красотка есть для меня какая-нибудь? Ты что там подмуркиваешь? Ты едешь, нет или что? Хуй пойму. Кто, я? Да. Да, ты мне красотку найдешь, чтобы тоже меня ждала. Да, да и что, ну, три. Ага. Вот, засидел подъезд. Я сам говорю, найди мне жену самую такую заебательскую. Так у тебя же есть Ленка. У тебя же Ленка есть. Да есть, у меня Ленка, но я ж с ней не живу. А, ну понятно. Это моя любовница, если что. А, ну ясно. Тогда ты поделиться ей можешь со мною. Как друг. С тобой поделиться? Не. А, кстати, я жадный. А, ну я понял. А подарок ты ж мне обещал. Ну, у меня еще... Ну, ты это, по антиквару, что ли, там я топишь? Да, да, да. Есть значки, что, подгоню, не вопрос. Значки, не да. Не один, а там, ну, побольше. А, ну да. Тогда лови хамелеона. Блядь, что за бред, а? Ну что за бред? Что за бред, скажите, пожалуйста. Да, алло. Добрый. Добрый вечер. Не отвлекаю. А с кем я разговариваю? Антон Сергеевич беспокоит. А это кто? Антон Сергеевич. С кем имею честь разговаривать? С Артемом. А, я понял. Это, ну, Артем Сергеевич, правильно? Правильно. Это грузоотправитель. По поводу, ну, сотрудничества беспокою вам, потому что звонил, не мог дозвониться. Life Trans. Правильно я понимаю? Правильно. Вот. Хочу предложить сотрудничать, ну, сотрудничество, компания ОАО «Мегалюль». Самара по всей России. То есть у вас основной офис в Самаре находится. У нас удобрения, да, здесь перевозка удобрения. Очень сейчас востребовано в наше время. Хотел бы вам предложить, да, вместе сотрудничать. Вас интересует вообще подобное предложение? У нас дело в том, что спонсирует все это, да, правительство, все очень серьезно. Угу. Ну, вообще интересует сотрудничество. Я просто не понимаю, откуда у вас мой личный номер. Потому что в Лайфтрансе мой личный номер не фигурирует. А я из через партнера на ваш личный номер вышел. А. Вот, да. Через партнера вышел, вот поэтому вас беспокою. Прошу прощения, конечно, что так позвонил. Но мне сказали, человек, вы серьезный, да, в этом плане. И можно предложить вам сотрудничество. У нас дело в том, что надо каловые массы перевозить, да, здесь. Каловые массы. То есть, по сути, навоз, удобрение. Когда можем с вами встретиться и обсудить все это? Ну, по поводу встреч, это с директором мне надо обсудить, когда он сможет. Потому что в любом случае решающее слово за ним, а не за мной. Я понял. Вот. Я понял. Я ему звонил тоже, мы общались, вот он сказал...
Действительно, это очень интересное предложение, да, потому что каловые массы в мешках перевозить, да, здесь есть свои особенности, скажем так, да, потому что каловые массы именно идут человеческие. По сути, это кал человека, то есть человек насрал. Насрал мешок, мешки насрал, говно. То есть, по сути, срал очком. То есть, очко открывая, расслабляя сфинктер, человек срал. То есть, по сути, говна навалял. Мешки полные. Все в каловых массах, понимаете? ОАО, мегалюль. Чел насрал мешок, говно брызнул. То есть, по сути, говна чист, понятно? То есть, говно. Насрал, чел срал, срал кишкой. То есть давил из большой кишки, да, прям говно высирал, насрал. Алло. Че, блядь? Ну хули, бля, попросили сказать, чтоб кал перевозить. А в чем проблема? Чукинская. Ага. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, это Селена, да? Кто еще раз? Селена, Селена. Вас зовут Селена, правильно? Да, это я. Ага. Я Да. очень рад вас слышать. Это я, Гныдник. Антон Павлович Гныдник. По поводу духов ручной работы беспокою вас. Хотелось бы узнать у вас, вот я бы очень хотел бы приобрести вашу работу, да, то есть духи конкретно. Мне нужны духи BDSM, BDSM тематики. Понимаете, о чем я? Ну да, у нас как раз такие. Вот, мне и дали ваш номер не просто так, Селеночка. Значит, когда можно и где можно приобрести? Вы можете мне вот Осторожно, посоветовать? двери закрываются. Следующая остановка Тушинская. А, давайте я сейчас вам Вы на на Тушинской? этот номер скину сайт, Фейк? на котором Да, можно посмотреть наш аромат. Япончик, Так будет а удобно. так, значит, дело в том, что у вас еще, да, но мне Или вы... еще уточнить бы момент один. Вот духи с мужской спермой есть у вас? Ну, в принципе, да, были на них такие отзывы. Мы изначально такое не задумывали, но такое было. Духи с мужской спермой, да? Отзыв я имею в виду. Ну, да. С запахом похожим, да. Ага. А чем оно пахнет, все это дело? Примерно. Ну, как свежим, соленым, таким. Кроме этого, там еще цитрусы, лаванда и дерево, но в общем, аромат такой свежий достаточно. С Я солью. понял. Такой морской даже немножко. Ага. Морской, значит, да? Сперма. Да, называется он безопасный. Я понял. А если, допустим, ананас еще туда добавить, то есть она же будет вкуснее и слаще, правильно? И, соответственно, аромат будет, оттенок будет более нежный, правильно я понимаю? Нет, сделать другой ароматный заказ. Не, мне запах спермы надо, запах БДСМ. Еще бы я не отказался бы от такого необычного запаха женской вагины. Алло. Времени это занимает гораздо больше времени. А, Алло. за запахом женской вагины занимает больше времени, да? Алло. Так, алло. Да, Я просто запахом. транспорт есть, поэтому я вас слышу. Да, та связь что-то. Ну, в чистом виде такого как бы не было, только на один аромат был такой отзыв. На Запахом предыдущий. женской вагины вы Вот имеете в виду? там, да. Ну да. А это там Вот. какой запах, типа Но. рыбы, да, свежей? Селедки какой-нибудь там? Ну, нет, для меня скорее зеленый влажный. Зеленый влажный, да? Да. Ага, не, просто там, по-моему, чуть-чуть селедка, оттенок такой, селедочки. А когда можно подъехать, понюхать? Ну, приобрести. Алло.
Алло. Алло. Да-да. Когда можно приехать к вам понюхать селедку? Мы из дома парфюмера в Сретенский бульвар. Есть в кофейне для взрослых «Кнут и пряник» на Тульской. А, «Кнут и пряник», да? Любой из вариантов. Приезжай. Слушайте, да, а вот вопрос, а у вас в наличии сейчас есть запахами вот этими, вот с запахом спермы, с запахом женской вагины и БДСМ? Да, они все есть. Ага, есть, да. То есть, получается, если запахом вагины, это запах вы морского приезжаете. Бриза, да? Наоборот. Осторожно, двери закрываются. Я понял. Ну, короче, запомните просто название «Безопасность» и «Подмечи». Попробуйте их, может быть, у вас сработает. А вы на метро если едете, нет, да, управляете техникой? Какой техникой? Ну, у вас там есть постоянно двери закрываются. Да, я еду на метро. После работы. Я понял. Вот просто странный связь, вопрос, связь пропадает, извините. Потому что постоянно. Да, я же сказала, я еду на транспорте. Не, я этого не услышал, как раз звук пропал. Понятно. Давайте, если что, я вам могу в WhatsApp написать интересующую вас информацию, чтобы вы точно все услышали. Ну, я понял. Можно просто тогда к вам приехать, вы трусы снимете, я вашу письку оботрусь, да и все. И типа уже парфюм не нужен. Просто раз-раз 500 рублей дам, да поеду. Понятно, ладно. Да. Не понял. Да что за бред? Да.